Здравствуйте, дорогие зрители! Каждый день на этом канале мы рассказываем самые интересные и честные новости о том, что происходит сейчас в мире российских звезд и знаменитостей. Не забывайте о подписке, мы работаем для вас. К огромному сожалению, никак не может прерваться череда тяжелых потерь, окутавшая последнее время российский шоу-бизнес. До сих пор поклонники не могут поверить в уход таких мэтров, как Владимир Меньшов, Борис Грачевский и множество других ярчайших талантов. Актеров, режиссеров, которые ушли так внезапно. К сожалению, сегодня вновь пришла к нам трагическая, печальная весть. Стало известно об уходе популярного и весьма молодого телеведущего, который так многое еще не успел сделать и в своей личной судьбе, и, конечно же, в карьере. Мы прощаемся с Алексеем Каминатто. Весть о его уходе сегодня рассказали коллеги актера по телеканалу, где он долгие годы работал журналистом и телеведущим. Большинству зрителям он, конечно же, знаком по программе «Невероятно интересные истории», где был телеведущим продолжительное время. За свою жизнь он посетил более 80 стран, и у этого человека было по-настоящему много ярких, энергичных планов, но всем им не суждено было сбыться из-за болезни. Сейчас остается лишь принести самые искренние соболезнования всем родным и близким. Это действительно большая потеря. Мы следим за развитием новостей на нашем канале. Не забывайте о подписке, и пусть все беды и невзгоды обойдут вас стороной.